В течение полугода ребята из Центра внешкольной работы «Надежда» осваивали различные виды декоративно-прикладного творчества. Результатом обучения стала выставка их работ. С сентября месяца по декабрь ребята творили в своих объединениях, в 9 детско-подростковых клубах. Сегодня представлены работы «Выжигание», «Соломка», «Флористика», «Батик», макопластика, ну и так далее. Примерно представлено, ну, наверное, больше 300 работ точно. Вообще, конечно, ребенок приходит в объединение. Примерно у нас программа рассчитана от года до 3 лет. Ну, тоже в зависимости от сложности. У нас объединение называется «Бумажные кружева». Мы работаем в технике квиллинг. Это ребята у меня делают из полосок такие замечательные картины. Вот здесь есть шкатулки, вот у нас. Еще у меня есть творческое объединение мастериц. Мы вяжем еще крючком. От 8 первоклассников я беру. 7-8 лет и до 12-13. Ну, приходят иногда взрослые, которые хотят. В клубах работают до 18 лет ребятишек мы берем. Мы хотим, ну как не возьмешь, мы берем, они пробуют, занимаются. Хотела сделать эту работу сама. Я с таким трудом делала, но добилась, я ее сделала. Потом я сделала вот эти сережки. Там бумага нарезанная уже, я ее крутила, и вот получились такие красивые узоры. Шкатулку где-то неделю, а вот на эти сережки максимум за час я сделала уже. Этих кошек сделала с рыбкой, вот эти вот кошки. Ну, я из соленого теста сначала вот это вот, здесь колбаску катала вот с этими кошечками и вытягивала их. На выставке представлено множество картин, подделок и украшений, сделанных из бисера, бумаги и прочих материалов. Ознакомиться с этими экспонатами может каждый. Выставка продлится еще месяц. Анна Белянина, Алексей Исаев, телеканал ЮТВ, Стерлитамак.